гол. Вот, надо было нам сразу добивать соперника. Забивать второй по возможности. И у нас не получилось, конечно. И потом инициатива перешла к Енисею. Наверное, скажу, что они, наверное, сыграли в нашем стиле вот, сегодня. И, конечно, обидно проигрывать 3-1 и еще и дома проигрывать 3-1. Очень так тусклый день сегодня у нас. Поэтому даже не понимаю. Хотя в то же время, во втором тайме, даже в десятером создали кучу моментов. Надо было забивать нам. Вот, ну, когда уже третий пропустили, конечно, уже тяжело стало. В принципе, будем смотреть, разбираться. Ну, конечно, сегодня подвела, наверное, реализация у нас. И много было индивидуальных ошибок. Мы сегодня должны были выиграть вот, очередную игру. Но не получилось, конечно, очень обидно. Потому что забить гол на 4-й минуте и проиграть 3-1, конечно, это... Так тяжело всем спать будет после такой игры. Можно сказать, что недооценили соперника или нет? Да такого вообще не было. Нет, кто-то говорит, там команда внизу, в таблице. Вот. Это у них хорошие игроки, которые проиграли в премьер-лиге. Поэтому нет такого, не было, что сейчас мы выйдем легко. Это доказало то, что мы настроились, мы забили сразу гол. Но еще раз повторюсь, то, что надо было сбать второй. И на самом деле стыдно очень, потому что дома проигрывать 3-1, как мы проиграли там Томску. Вот. Спасибо, конечно, что приходит у нас народ. Наверное, такие остались такие преданные самые, которые будут ходить. Вот, спасибо огромное, потому что тяжело играть вообще без болельщиков. Вот. И после игры мы поблагодарили.